Дмитрий, первый вариант, который у нас был больших размеров. Переворачиваю. Надпись вот. Для чего это сделано? Чтобы на компакт-диске, когда мы соберем, эта надпись была вот здесь. Ну, прозрачный трей, коробочка. Человек всегда видит сбоку, что там такое. Первый вариант. Второй вариант. Я вот их подписал, который не очень качественный был. Переворачиваем. Надпись здесь. Так, вот оно. Сегодня забрал. Вот оно. Третий вариант. Сегодняшний. Размер, который уже другой, который нужен. Переворачиваем. Надпись здесь. Выглядит это вот так вот. Если вставлять надпись как положено, а переворачиваем, получаем вот это. Вот это вверх тормашками. То есть, если мы развернем, сделаем как должно быть, то потом перевернем, получим вот это.